Приветствую вас на канале Час Ремонта. В этом обзоре расскажу про сварочный аппарат Ресанта SAE-205T Lux. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок. Ее оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. SAE-205T Lux предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом на постоянном токе и электродом с рутиловым и основным покрытием, режим MMA. Сварочные аппараты разработаны на базе IGBT транзисторов. Данная серия аппаратов выполнена в эргономичном современном дизайне. Сварочные аппараты Lux обладают повышенным ресурсом. С помощью данных аппаратов возможно проведение работ при пониженных температурах. Данная серия сварочных аппаратов оснащена принципом синергетической настройки в режиме MMA, позволяющей быстро и оптимально настроить режим сварки. Аппараты данной серии удобны в эксплуатации как профессионалам, так и новичкам за счет автоматической настройки параметров сварки в режиме синергии. В режиме синергии MMA в зависимости от выбранного диаметра электрода и толщины металла сила сварочного тока находится в оптимальном диапазоне. Функции форсаж дуги и горячий старт подстраиваются автоматически. Широкий выбор функций и параметров сварки позволяют получить сварное соединение необходимого качества. Параметры сварки. Режим синергия. Автоматический форсаж дуги в режиме синергия. Автоматический горячий старт в режиме синергия. Регулируемый горячий старт в ручном режиме. Регулируемый форсаж дуги в ручном режиме. Индикация и предустановка параметров сварки. Защита от перегрева. Аппарат работает от однофазной сети 220-230 вольт. Аппарат портативен и универсален в применении. Небольшие габариты и малый вес позволяют использовать аппарат для любых ремонтных работ, где требуется мобильность, небольшая мощность, хорошее качество и высокая производительность. Принципы работы инвертора заключаются в преобразовании переменного напряжения сети в постоянное напряжение, которое преобразуется в высокочастотное модулированное напряжение и выпрямляется. Сварка осуществляется плавящимся электродом. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. Провода очень мягкие. Теперь перейдем к положительным. Дисплей и режим синергии. Регулировка форсажа дуги и горячего старта. Шов получается ровный. Обратная связь важна для меня, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале Час Ремонта.